Это, все, я понял. Жалко, нет кадра, как. Ну, просто друзьями побунтоваться. Просто то, что, блин, вроде никого нету. И решили покататься. Ну, если вы понимали, то, что вы, вас могут остановить, то, что... Нет, это мы понимали, и мы... Когда вот я сел за руль, когда вот мы сели за руль, я, наверное, минут 30 я решался. То есть я обдумывал все дальнейшие движения, дальнейшие действия. То, что вот если остановят, и если какая-то авария, если занесет. Но все равно как-то прям... За рулем уже не первый раз. Да, можно так сказать. Первый раз, да? Ну да. Ну то есть вот в первый раз сразу поехали. Нет, ну знаете, вот на даче, то что там у меня у друга, ему 18 есть, и вот мы на даче, то есть он мне давал права, ну не права, а право водить автомобилем. И вот по даче, да, вот мы ездили, то есть это вот и был какой-то опыт. А вот чтобы вот так вот, у меня вот в первый раз. То есть в городе до этого никогда не ездили, да? Нет, в городе не ездили. Друзья, как сюда отнеслись, с кем? Катался. Я катался, два пацана было и одна девочка. Мы поехали, мы, получается, выехали, ну, вот так вот по прямой. Мы хотели вот здесь свернуть. Они такие, типа, ну вот, да, давай, ну попробуем. Ну, тоже мы долго решались на этот поступок, но как-то все-таки решились. Вот какой-то моральный урок сейчас уже вынес для себя? Да, я вынес моральный урок. Блин, вот мне кажется, что вот, как говорится, на ошибках учится. Лучше, я не знаю, я буду ждать до 18 лет, и уже потом я получу свои права, чем вот, вот так вот опять когда-нибудь встряну. И вот стыдно даже, знаете, не перед друзьями, а больше стыдно вот перед молодым человеком, который подъехал, выручил нас, который поехал за документами, и перед отцом очень стыдно тоже. Отец как отнесся к ситуации? Ну... Он спокойно пока отнесся, но так как они отдыхают, я думаю, что когда я приеду, когда он, точнее, приедет, то что жопа моя все-таки гореть будет, мне кажется. Да, больше я такого делать точно не буду, все-таки я понимаю свою вину.